учительница из Канска, которая поддомогалась ученика, пообщалась с журналистами. Ранее о своей преподавательнице английского в соцсетях рассказали школьники. Ученики школы номер 6 опубликовали ее переписку с одним из девятиклассников. В сообщениях она признавалась мальчику в любви, просила жениться на ней и даже присылала свои фото в обнаженном виде. По словам школьников, и на уроках учительница вела себя непристойно. Например, рассказывала, в каких позах лучше делать детей. Тогда история быстро получила огласку среди учеников и родителей. В итоге учительница написала заявление на увольнение по собственному желанию. В краевой полиции и следственном комитете рассказали, что инспекторы по делам несовершеннолетних проверяют ее переписки с учениками. Журналистам она заявила, что виновной себя не считает. Написала ему в социальной сети ВКонтакте два сообщения. О том, что он мне очень нравится, о том, что я бы хотела бы с ним познакомиться. Когда ему исполнится ровно 18 лет, я бы хотела бы выйти за него замуж, родить ему детей и так далее. Но сейчас это все так переворачивают, как будто я какая-то ненормальная, или как будто я сумасшедшая, или не дружу с головой.